Медведи-соседи. Солнце встало над долиной. Рад ему медведь Бриар. Продюсер Минкли. Брамбл шалостями занят. Он крадет у пчел нектар. Режиссер Леон Динг. Вот родимый лес уютный. Что же там опять за шум? Не теряет ни минуты этот вредный лесоруб. Кто бежит сперва за нами, тот останется с усами. Под водой и на земле мир прекрасен, как во сне. Приключения, развлечения. В дураках врага оставим, мы без всякого сомнения. Авторы сценария Бин Ву и Же Хоу. Ведь друзей полно вокруг. Брат-медведь, на ветке белка. Даже вредный лесоруб. Брат-медведь, дружок наш белка, даже вредный лесоруб. Медведи-соседи. Бинокль. Что это? Посмотрим. Интересно. Где белка? Куда он подевался? Эй, я здесь! Белка, хватит! Остановись! Что ты делаешь? Перестань! Поймай меня, если сможешь! Стой там! Эй, Бриар, что это там у тебя? Любопытно. Спорю, вы никогда такого не видели. Попробуйте сказать, что это. Впрочем, вы можете и не знать, как это называется. Важно другое, что через это вы можете увидеть то, что находится далеко от вас. Серьезно? Дай-ка посмотреть. Нет, нет, это мое, отстань. Мне было тяжело его достать у лесоруба, так что сначала с ним поиграю я. Понял меня? Понял. Ладно. Если хочешь, можешь поиграть с ним первым. Правда? Правда. Но с одним условием. Кто его берет, тот следит, нет ли поблизости лесоруба. Мне, мне. Вижу, вы хотите оба. Так что будете стоять в дозоре по очереди. Брамбл, ты первый. Дай посмотреть. Готов стоять на страже хоть сейчас. Брамбл, если увидишь Вика на подступах к лесу, бей тревогу. Есть, сэр. Брамбл, подожди меня. Наконец-то они займутся делом. Что за ужасный вор? Сначала бензопилу стащил, потом бинокль украл. А эти вещи обошлись мне недешево. Смотри-ка. Я тебя сейчас найду. У этого медведя мой бинокль, черт побери. Надо успокоиться.
Спокойно. Брамбл, лесоруб поблизости, он совсем рядом. Лесоруб Фиг? Где он? Где? Я его не вижу. Что это? Лесоруб Фиг, ты посмотри. Как ты подкрался? Ой, дай бинокль. Брамбл, беги. Мерзкий медведь, стой! А ну вернись! Дурацкий медведь! Отдай мне мой бинокль! Ничего, в следующий раз он от меня не уйдет. Месть! Я верну свой бинокль, чего бы мне это ни стоило. О, нет, белка. Мой бинокль. Как у него оказался мой бинокль? Теперь я за тебя отвечаю. Я никого не боюсь, даже лесоруба. Надо подобраться к нему поближе. Придумал. Подождите немного. Что это у нас здесь? А здесь? Как скучно. Но смотреть нужно. Сейчас посмотрим. Ну ничего, я подкрадусь. Белка ни за что не раскроет мою маскировку. Все спокойно. И здесь, никого. Все тихо и спокойно. Даже малюсенького признака лесоруба нет. Спорю, он сейчас дрыхнет. Да. Что это? Странно. Клянусь, я видел. Видел? Эй, кто ты? Кто ты? Этот парень забавный. Ух ты. Нужно сообщить Бриару. Наконец-то он от меня убрался. О, бинокль, как я по тебе скучал. Не смей, убери свои руки. Отдай мне мой бинокль! Никогда! Отдай! Размечтался! Отдай мне его! Пусти! Он мой! Мой! Мой бинокль, мерзкий зверек! Ни за что! Есть! Было больно. Ой, он по-прежнему у меня. Получилось, слава богу. Какой я проворный, вернул свой бинокль. Что? Не может быть. У меня только половина. Что? Половина? Именно. Я помню, что смотрел двумя глазами, а теперь только одним. Ну и ладно, он и так работает. Пойдет. Дай посмотреть. Отдай. Он мой. Я хочу посмотреть. Как такое могло случиться? Отдай мой бинокль, мерзкий зверек. Ни за что. Помнил. Это все из-за него. Во всем виноват мерзкий лесоруб. Ладно, лесоруб здесь. Дай посмотреть, дай посмотреть. Вот. И что ты будешь делать? Не беспокойся, я уже придумал. Где же белка?
Где? Вот. Стой там. Мое. Стой. Все готово. Иди сюда. Бриар, скорее, он идет. Скорей. Стой. Скорее, лезь туда. Стой, мерзкий грызун. Вот ты где. Я тебя вижу. Стой. Бинокль, я нашел его. Им меня не одурачить. Что это за веревочка? Надо потянуть. Думаю, она порвется. Потяну посильнее. В чем дело? Что происходит? Помогите! Помогите! Счастливого пути, Вик! Помогите мне! На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.